I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Друзья, всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. И сегодняшнее видео я начинаю с балкона. У меня здесь есть кое-какие дела. Хочу балкон привести в порядок, потому что вечером у нас будут гости. Так что некоторые позиции хочу привести в порядок и освежить. Собираю сухую одежду с сушилки и пока все аккуратно сложу, ну а далее обязательно все поглажу, потому что одежды тут много, и потом на очереди у меня еще стирка с темной одеждой, и собирать как-то не хочется. Начинаю сбрасывать все сухие листья и веточки с цветов. И потом уже подмету весь балкон. Всегда так делаю, по максимуму стараюсь убирать все сухие листья, сбрасывать их и потом уже подметать балкон. Так он остается чистым чуть дольше. И посмотрите, какая шикарная погода у нас стоит на дворе. Тепло не по-осеннему, даже листик не шевелится, абсолютно нет ветров, нет дождей, что очень удивительно. Обычно в конце октября, в начале ноября у нас и ветры дуют, и дожди идут, хотя в субботу-воскресенье нам обещают дожди, но уже со следующей недели температура опять повысится и будет тепло. Мы все, конечно, очень рады, что у нас был такой теплый октябрь, и надеемся, что ноябрь тоже будет теплым. Тут я уже протерла наш стол и стулья, и вообще протру всю мебель на балконе, все поверхности, потому что мы на вечерний кофе точно с друзьями посидим на балконе, поэтому нужно все почистить. И, кстати, я вам не сказала, чем я буду встречать гостей. Я решила сегодня в коем веке приготовить хинкали. Давно уже их не готовила, потому что это возня, девочки. Мы как-то уже привыкли заказывать их из нашего грузинского ресторана или идем в ресторан. Там подают очень вкусные хинкали и стоит это недорого. У них хинкали среднего размера и цена одной штуки 60 центов, ну где-то 60, где-то 70, потому что грузинских ресторанов у нас здесь много. Но все равно это получается недорого. Если подсчитать продукты, которые ты так или иначе должен купить, и плюс вложить огромный труд в их приготовление. Ну не знаю, лично для меня это огромный труд и возня. Поэтому я считаю, что не стоит проделывать такую работу каждый раз, когда мы хотим хинкали. Знаете, иногда неплохо поберечь себя, свои руки и свои силы. Но сегодня, конечно, не тот день, сегодня я их буду готовить сама. Ну что, здесь я уже начала опрыскивать цветы. Я взяла специальный опрыскиватель, он у нас на 2 литра, залила туда воду, добавила 5 миллиграмм удобрения, оно питает почву витаминами, микроэлементами и вроде защищает от разных вредителей. Я опрыскиваю всю листву и еще немного подливаю в корни. И, кстати, это средство еще и помогает растениям зимой не замерзать. Я помню, у нас была такая зима, когда температуры были нулевые, доходило до минус 2, и очень много растений тогда у нас замерзло, осталось всего парочка. А после того, как мы начали пользоваться этим средством, наши цветы прекрасно переносят зиму. Я пришла в санузел, здесь тоже все нужно помыть к приходу гостей, чтобы все было чисто и опрятно. Ну и первым делом снимаю шторку и отправляю в стирку.
А в конце, когда я закончу уборку санузла, я повешу уже новую шторку. И прежде чем я начала мыть ванну, я в унитаз залила хлорсодержащее средство. И пока я здесь буду работать, средство тоже поработает. Ну и здесь также я вооружилась своими помощниками, надела перчатки, тряпочки взяла. И средство, которое мне полюбилось, я вам его показывала, средство, которым я мою весь санузел. Он очень хорошо пенится, мне нравятся средства, которые нужно наносить небольшое количество, и они вспениваются хорошо и, соответственно, смываются легко. Это средство относится к этой категории. У нее и аромат очень приятный, и работа с ней идет легко и быстро. Единственное, что меня тут напрягает в последнее время, это наша стеклянная полочка. Она ужасно намокает, на ней просто огромные лужи воды остаются. Это нужно после каждого, кто сходит в душ, заходить и протирать ее насухо. Но вы понимаете, что ни сил, ни нервов на это ни у кого нет, поэтому очень часто она остается мокрой, на ней все так же высыхает. В общем, расположение у нее не самое удачное, поэтому я ищу ей альтернативу. Хотела бы снять ее и, может быть, в правом углу, который не сильно брызгается, повесить небольшие полочки. В общем, пока точной картинки у меня в голове нет, я ищу, смотрю на различных сайтах, какие есть предложения, ну и как только подыщу что-то подходящее, обязательно закажу. Разобралась я с правой стороной и теперь перехожу к умывальнику. Здесь также использую то же самое средство, но я забыла его распылить чуть раньше, чтобы средство поработало. Так намного проще убирать известковый налет. Ничего не надо тереть, особенно на смесителе. Там остаются капли воды, которые высыхают и остаются пятнами. Но ничего, он и так хорошо справляется со своими обязанностями. И вообще, знаете, санузел я всегда очень быстро убираю. Наверное, это единственное преимущество маленького санузла. Буквально за 20-25 минут я с ним справляюсь. Умывальник я уже помыла и теперь протираю тумбочку под умывальником. Здесь тоже вода попадает и отпечатки наших пальцев остаются. Ну, здесь я просто влажной тряпочкой прохожусь, и этого достаточно. Также протираю наш радиатор и подвесную тумбочку, где храню бытовую химию, туалетную бумагу и другие средства для ванной комнаты. Тут я все возвращаю по своим местам, помою пол, принесу чистые полотенца и повешу новую шторку. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew. Всем очень понравилась новая шторка, зря я сомневалась насчет этого оттенка. Шторка прекрасно подошла в наш санузел и наполнила его каким-то очень теплым солнечным светом. В общем, вешаю чистые полотенца и на этом санузел тоже готов. Быстренько решила погладить одежду, которую собрала с улицы, и потом уже приступить к готовке. И тут я хотела обратиться к своей подписчице, которая все это время меня очень поддерживает. Ее зовут Светлана. Спасибо ей большое за все, что она сделала для моего канала.
Несколько раз мне Светлана писала и подкидывала мне такую идею, что было бы очень удобно моим зрителям находить мои рецепты, если бы я их вырезала из видео и загрузила как отдельные небольшие видеоролики только с рецептами. И знаете, мне пришлось поискать, покопаться и найти информацию вообще, как это можно сделать, потому что у меня нет всего отснятого материала, у меня нет столько места, чтобы все это где-то сохранять, поэтому, когда я выпускаю ролик на YouTube, через некоторое время я их просто удаляю. Ну и между тем искала информацию, вообще хорошо ли будет это для моего канала или нет. И смотрите, что получается. Все мои видео плюс-минус длятся 20 минут. И загружая короткие видео между длинными, я рискую создать неактивную аудиторию. Я согласна, что через короткие видео аудитория может собраться намного легче. Но она приходит на мой канал для того, чтобы смотреть короткие видео. И получается так, что формируется в рамках одного канала две аудитории. Одна часть аудитории приходит для того, чтобы смотреть длинные видеоролики, а другая приходит за короткими видеороликами. И именно эта аудитория не будет смотреть мои длинные видео. И это пассивная аудитория. Она в отношении длинных роликов будет неактивна. И это очень плохой сигнал для YouTube. Алгоритмы YouTube посчитают, что мои длинные видеоролики неинтересны аудитории, поэтому они плохо будут рекомендоваться, они не будут попадать в рекомендованные и не будут попадать на главную страницу YouTube. И это очень плохо скажется в целом на моем канале и будет портиться аналитика моего канала. И потом исправить эту ситуацию будет достаточно трудно. Поэтому, конечно же, я рисковать не буду, потому что я в свой YouTube канал вложила неимоверный труд. Лучший выход был бы создать еще один канал, где выходили бы короткие видеоролики, но я пока к этому не готова, честно говоря, не хватает ни сил, ни возможности. Так что, девочки, если вам очень нравится какой-то рецепт, сохраняйте его какими-то другими способами, выписывайте на бумаге, в тетрадку, чтобы не потерять и не забыть его. Вот как-то так обстоят дела на сегодняшний день, это алгоритмы YouTube, но кто знает, может быть, в дальнейшем все изменится. Ну что, девочки, давайте готовить хинкали. Я сегодня взяла килограмм свино-говяжьего фарша. Из овощей беру две такие хорошие луковицы и один большой зубчик чеснока. Я взяла для фарша вот такую большую форму, но можно взять, конечно, и миску, для того, чтобы замесить фарш. Перекладываю сюда фарш, добавляю измельченный лук-чеснок и измельчу также петрушку и укроп. Некоторые в хинкали добавляют кинзу. Я абсолютно не люблю в хинкали добавлять кинзу, поэтому у меня будет только петрушка и укроп. Обязательно добавлю соль, перец, и у меня было совсем немного сушеной аджики, ее тоже добавлю сюда, потому что она совсем чуть-чуть острит, и это мне очень нравится. Добавлю немного оливковое масло, потому что фарш абсолютно не жирный. И в конце, когда я уже начну заворачивать хинкали, я к фаршу добавлю 200-250 грамм воды. Для того, чтобы хинкали снутри получились сочными. И это самый вкусный бульон, девочки. Ну а теперь нужно замесить тесто и оставить его отдохнуть 30 минут. Я беру килограмм и 100 грамм муки, добавляю чайную ложку соли, в мерный стакан заливаю 600 грамм воды и разбиваю туда 2 куриных яйца. Все хорошо перемешиваю и вливаю в муку. Нам нужно замесить не мягкое, но и не очень крутое тесто. Я вообще с очень крутым тестом работать не могу.
И я вам сразу скажу, ни один хинкали у меня не открылся. Перемешиваю все сначала вилкой, а потом замешиваю тесто рукой. Старайтесь пропорции не менять, и у вас получится идеальное тесто. Но если что, муку всегда можно добавить. Тесто у нас постояло 30 минут. Оно стало более эластичным, податливым. Точно так же и фарш у нас настоялся, промариновался. Уже аромат стоял на всю квартиру. И теперь, что мы будем делать? Я отрезаю небольшой кусок теста и раскатываю его в круглый пласт толщиной 1 сантиметр. Теперь беру самый обычный стакан и начинаю вырезать круги. Не берите совсем большой стакан, мой стакан, например, 7 сантиметров в диаметре. Теперь каждый круг нам нужно раскатать в тонкую лепешку толщиной 2 миллиметра. Я сначала все лепешки раскатаю и потом начну заворачивать хинкали. И вот здесь я уже к фаршу добавила воду, все хорошо перемешала, чтобы фарш получился сочным. И теперь на каждую лепешку выкладываю по 1 столовой ложке фарша и заворачиваю. Но каждый раз перед тем, как выложить фарш на лепешку, я его хорошо перемешиваю, потому что вода постоянно отделяется от фарша. Вот такие красавчики получаются. Ну а тут я еще немного поиграла и завернула 2 зайчика. Пока я заворачивала хинкали, вода у меня вскипела. Добавляю соль и перекладываю хинкали. Пользуюсь всегда деревянной ложкой, потому что металлической ложкой мы можем хинкали повредить, и они откроются. Поэтому всегда использую деревянную ложку. Аккуратно все перемешиваю и накрываю крышку. Но как только уже хинкали начнут кипеть и они поднимутся на поверхность, вот с того момента я отсчитываю 7 минут и достаю готовые вкусные хинкали. Тут наши гости уже пришли, они, естественно, оценили мои хинкали, правда, было очень вкусно. Я не снимала наш стол, потому что, честно, было уже не до съемок. На десерт я готовила яблочно-овсяный крамбл. Ну, я его, конечно же, приготовила до прихода гостей. Я взяла 2 небольших яблока, нарезала на кусочки, добавила к ним 50 грамм сахара и 2 грамма корицы. Все перемешала и хорошо распределила по дну формы. Теперь в миску я перекладываю очень мягкое сливочное масло, прям до консистенции пластилина. Добавляю сахар и крупные овсяные хлопья. Все хорошо перемешиваю рукой, так чтобы каждая овсянка была в масле. И перекладываю ее на яблоки. Распределяю поверх яблок одинаковым слоем. Духовка у меня разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Крамбл у меня выпекался 40 минут. Смотрите, чтобы сверху он зарумянился, стал хрустящим, а яблоки внутри были мягкими. Аромат от пирога, девочки, был просто сногсшибательный. Это аромат запеченных яблок с корицей и запеченной овсянки со сливочным маслом. Я не устала дожидаться, когда остынет пирог. Тут же выложу его на тарелку и сверху на горячий крамбл положу шарик домашнего мороженого. Ну а когда пришло время подавать десерт, я его просто разогрела в духовке и подала с шариком ванильного мороженого. Это безумно вкусно, ребята. Обязательно попробуйте готовить, тем более он готовится из самых простых ингредиентов. Очень легко и быстро. А я на этом буду заканчивать свое видео. Поставьте ему лайк, мне будет очень приятно. Пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал. Всех целую, обнимаю и всем пока-пока!
shut the lights go.